Всем привет! У меня новый рисунок, это акварель. Сюжет выбран неспроста. Дело в том, что сейчас на ярмарке мастеров идет неделя желудь. Так как я нахожу желуди симпатичными и такими сказочными, то решила поучаствовать в этой неделе. Мне они нравятся. Вот такой желудь у меня получился. Кстати, на ярмарке мастеров, помимо интересных желудей, сейчас идет Черная пятница, и там можно купить мои рисунки с огромной-огромной скидкой, в том числе и этот. Ссылку я оставлю на свой магазин в описании. Ну, если вам не нравится ярмарка, но интересно узнать, сколько стоят рисунки, как купить, то можно написать мне в комментариях или же в Инстаграме. На Инстаграм тоже ссылку оставлю в описании. Далее я прикручу какие-то моменты из работы над этим рисунком, какие-то мои рассуждения. Ну, собственно, и все. Примерила черный багет. Мне кажется, прям классно, даже лучше, чем в белом. Я сначала думала, надо белое использовать, но засомневалась. Мне кажется, черный просто красавец, значительно лучше. Как вы думаете, какой лучше? Напишите там в комментариях, напишите мне, как красивее смотрится в черном багете или в белом. Я вот прям уже голосую. Сама за себя голосую за черный. А все-таки я решила, что рановато заканчивать этот рисунок и снимать наконец-то вот этот вот край ленты. Это мое самое любимое. Буду сейчас еще усилять фон. Сначала подумала, что, может быть, надо наоборот снять пигмент, но прогнала рисунок через графический редактор, там усилила все это за 2 секундочки и поняла, что лучше усилить, потому что я попробовала сначала наоборот как бы разбелить немножко, убрать пигмент. Нет, не то. Получается, что все равно желудь и фон примерно одного тона. Поэтому сейчас я буду усиливать пигмент после этого, как подсохнет. Наконец-то я сниму эту штучку. Это самое прикольное. Можно сказать, ради этого все и рисуется. Ну вот, все, затем еще у меня была идея сделать акварелью металлизированной вот такие вот полосочки, ну, орнамент. Начала рисовать и не ожидала, насколько она яркая. Это я ее еще очень долго вымывала. В общем, я побоялась, что она, ну, слишком много внимания будет на себя оттягивать. Оставила так. Ну, все, можно приступать к самому клевому моменту. Отдирать эти штучки. Ну, вот моя новая акварель. Бангок. Это металлизированное, а это, если я правильно название помню, интерферентное. Вот выкраска интерферентных цветов. А вот металлизированных.